Да, всем доброе утро. Нифига, как вас сразу много набежало. Здравствуйте. Доминикане тоже привет. Здесь есть офигительное место. Если будете на Бали, суши-тей. Вот безумно люблю суши-тей. Очень вкусно здесь готовят. Да, я знаю. Мы с мужем просто одно целое. Вот. Да, кстати, хотел такую интересную тему затронуть. Ну, здесь не сезон в плане купания, здесь холодно. Здесь сезон ветров начинается. Поэтому купаться не очень, океан реально холодный. А так, нормальная погода. Вот, я недавно общалась с девушкой с одной интересной. Я помню, что я рассказывала про матрицу души, потом мне написал астролог. У меня есть ведическая астрология, ведический астролог, и есть, теперь я познакомилась с западной астрологией, вот, мне там столько всего расписали, и очень-очень круто, очень интересно, вот, насколько я прям вообще проигрываю все свои сценарии, насколько мы проигрываем, в принципе, сценарии наших родителей. Вот если в вашей жизни что-то не то, объясню сейчас, попытаюсь объяснить, да, мы все унаследуем определенные характеристики, определенный генокод от своих родителей. Вот. Туда включено вообще абсолютно все. Начиная с элементарных каких-то наклонностей, да, там, например, ну, неважно, агрессия какая-то, да, там, я не знаю, склонность к алкоголизму, это все вот родовая херня, потому что мы являемся, скажем так, целым набором вот этих вот, ну, как бы это сказать, кодов, вот, и мы унаследуем от родителей не только все самое хорошее, вот, очень часто мы унаследуем не очень хорошее. И мы проигрываем определенные сюжеты и сценарии, повторяя за родителями, причем это делаем неосознанно вообще. То есть, ну вот смотрите, много ли вы знаете семей, это я практически всем такой задаю вопрос, много ли вы знаете семей, где вообще были успешные мужчины и счастливые женщины? Вот реально, где были мужчины, были успешными. Потому что для меня реализация мужчины – это самое основное. То есть если женщина, она реализуется больше, может реализоваться как-то в семье, да, в семье, в, я не знаю, в красоте, да, там, в таких каких-то вещах, в доме, да, там, в творчестве, то у мужчин им нужно реализовываться конкретно в социуме больше, чем женщине. Вот, сейчас женщины стали реализовываться в социуме, вообще все поменялось, вот. И мужчина, для меня мужчина, то есть мне хочется, чтобы мой мужчина, да, был реализован максимально. Мне хочется, чтобы мой мужчина, вот я с ним была как за каменной стеной. Сейчас мужчины, в принципе, нет, сейчас мужчины такие. Вот они могут какашки какие-нибудь написать в комментариях, да, они, я думаю, ну, то есть там от мужчин, в принципе, уже ничего не осталось. Вот, это жаль, реально жаль. И вот мужчин таких вот, да, с которым ты себя будешь чувствовать очень, как бы это сказать, в безопасности, их просто нету. Вот. И реализация мужчины, она напрямую зависит от женщины. То
есть реализация мужчины вообще в жизни, это женщина, которая рядом. Первая – это женщина, его мама, да, то есть она закладывает фундамент своего сына, отец и, то есть отец и мать, да, это как бы тот фундамент, который нам, ну, вообще дают по жизни, вот, потом, если этот фундамент хуёвый, мы потом этот фундамент отстраиваем сами, вот, потому что, как, не потому что мы такие плохие, да, или там, или даже родители неплохие, просто все повторяют, потому что они повторяют за своими и далее, вот. И на примере своей семьи, да, я вам точно могу сказать, что женщины рулят всем. Вот только что не говорил, женщины рулят всем. То есть если какая-то жопа с мужиком, то это вина женщины, а точнее еще матери. И есть Александр Лоун, потрясающий психолог. Вот, и как раз-таки он рассматривает, он 40 лет психологией занимается. И он очень интересные штуки описывает. Он описывает истории своих пациентов. И там просто такие случаи, да, то есть, ну, матери настолько могут травмировать своих детей, просто, особенно Эдипов комплекс, да, особенно когда ребенок начинает сексуально развиваться, то есть сексуальное влечение к родителям у него появляется, то есть для ребенка вполне нормально, для девушки вполне нормально сексуально, то есть не так сексуально, как мы, блядь, думаем, да. У нас извращенная уже сексуальность, а у ребенка она другая. То есть ребенок, он типа восхищается своим родителем, да, и он чувства испытывает к своему родителю. Это в определенном возрасте, я не помню, 5 лет или 6 лет. Вот. И он начинает к этому родителю тянуться, девочка, например, к папе. Что происходит, если мама травмирована и не, ну, то есть если мама не проработанная, да, вот как было, например, в моей семье. Мама начинает тупо ревновать свою дочь к своему мужу, да, то есть у нее начинается, как бы, какая-то жопа начинает происходить, вот, и все, и парарарарарам, здравствуй комплекс, здравствуй куча проблем в дальнейшем будущем у девочки, да, вот, потому что то, что Александр Лоун, много книг, читайте, потому что все это записывается на подсознание, все это записывается на реально, это забывается. Биоэнергетический стул, ребят, половина штук вы даже не вспомните, но когда вы делаете определенные задания, да, вот есть такой биоэнергетический стул, у человека начинает выходить все вообще, там, вся боль, все обиды, вот, и даже то, он может вспомнить то, что вообще, блин, как бы, вообще, даже, то есть он даже не знал, что в принципе это было. Он начинает ненавидеть там своих родителей, испытывать им ненависть за то, что они... То есть очень много таких моментов, да? И наши родители, они не от счастья это делали. То есть винить в этом родителей тоже, в принципе, винить, как бы, знаете как? Просто типа притворяться и говорить, бля, там они были не виноваты, это тоже херня, честно, это тоже не работает. Вот. Нужно признать, что у вас есть к родителям определенные чувства. Чувства даже, да, там, блядь, ненависть. Их нужно просто признать, да? Реально, Александр Лоун. Это нужно признать. Это нужно выместить каким-то образом, да? Я не знаю, там, выехать с битой в лес, блядь, да? Там, с одной даже, с несколькими битами. Расколошматить эти биты. То есть дать выход и во время... Это вот Александр Лоун, кстати, предлагает. И во время того, как вы будете, то есть вы можете обзывать, да, там, например, там своих родителей, чтобы у вас это было, то есть, что, потому что, представьте, вы ребенок, да, например, маленький, вы полностью тотально зависите от своих родителей, они могут с вами делать, представьте, вот просто вдумайтесь, они могут с вами делать что угодно, они могут на вас выражать свою агрессию, свои неудачи, да, они могут вас обзывать, они могут вас бить, бля, короче, они могут сексуально над вами, то есть могут делать все, что угодно. Ребенок ничего не может с этим сделать. Он, во-первых, не может дать сдачи, ну, если он, конечно, не очень большой ребенок, да, он не может никак ответить, то есть он должен смириться, и он должен это схавать, представьте. А если это продолжается годами, если там алканавты семья, да, и если просто какие-то ебанько, блин, да, там, таких дохрена семей, вот. Ребенок на протяжении, то есть его личность подвергается не просто насилию, его личность раздавливают с самого детства, ему просто с самого детства уже ломают психику. И поэтому потом люди вырастают, в определенный момент их подсознание, она забывает это все, ну, потому что надо ждать дальше как-то существовать, да, то есть если, поэтому наш мозг, кстати, так устроен, да, что он определенные моменты как бы стирает из памяти, мозг так устроен, что он такой, бля, лучше давай мы это с тобой забудем, иначе мы с тобой можем, типа, иначе ты выбросишься в окно.
Вот. И поэтому на подсознание, то есть поэтому и так появляются блоки в теле. Поэтому, например, очень многие женщины, например, не могут испытывать оргазм. Реально. Вот. Почему? Потому что нижняя часть тела заблокирована, то есть энергия не поступает вниз. Это по походке можно определить. Это, опять же, лоуна, это, да, все есть. То есть часто люди не в коннекте со своей нижней частью тела вообще, да, то есть они вообще не чувствуют свои половые даже органы. Вот. И это все из-за вот блокированной боли, да, это из-за блокированной боли, из-за гнева, который у ребенка копится, да, он копится, невысказанный гнев. Поэтому, например, очень люди удивляются мне, я на Бали, что я такой эмоциональный человек, бля, я безумно благодарна тому, что я научилась настолько быть эмоционально открытой, вот, и я эмоционально всегда разговариваю, я могу любую свою эмоцию вот, эмоционально высказать, а в основном люди очень закрыты, да, то есть они закрыты в позах, они тихо могут общаться, они не привыкли, вот как я, вот так делать, потому что для них это подавление собственных эмоций, да, это не относится никак, никаким образом там к воспитанию или еще к чему-то, нет. В основном, если вы обратите внимание на людей, вообще в принципе, в целом, заметите, как люди очень закрытые, они не умеют выражать, они деревянные, они не умеют выражать свои эмоции. Я писала как-то про танец, смотрите, как люди танцуют, люди не умеют выражать свой танец, это выражение эмоций разный. Люди не умеют, их не учили, они закрыли свои эмоции. Особенно, когда в детстве пиздили, особенно, когда в детстве родители там бла-бла-бла, это не то, там не так. Все, ребенок закрывается, и потом он вот в обычном социуме он вообще не может реализоваться. То есть никакой самореализации у него не происходит. Поэтому так много вот таких людей несчастных, потому что они не могут понять вообще, кто они, что они в этом мире, какое место они занимают в этом мире, да, потому что самое вообще, что человеку приносит счастье, это ощущение личного я, ощущение, что ты в этом мире занимаешь какое-то место, и ты нужен этому миру, понимаете? Почему такие проблемы бывают, например, у детей, от которых отказались, да? Ну, как отказались? Типа, не хотели. Долго не хотели, еще хотели сделать аборт. Эти дети рождаются с пониманием, что их мир не ждал. Как бы их родители не ждали, так и мир, в принципе, не ждал, правильно? Нахера ты тут нужен? Вот как бы вот с такой, как бы, с таким посылом дети приходят в мир. Им вообще потом сложно по жизни, понимаете? Типа, в принципе, себя реализовать. Вот, я прошла вообще все возможные травмы, какие только были. Прям вообще. У меня очень жесткий манипулятор мама. Очень непроработанная мама. Тотально непроработанная, да, мама? У меня нереализованные амбиции у папы. Папа тоже очень жестко травмированный в детстве, да? У нас в семье вообще пиздецовый адовый трэш был. То есть... О, работает, вот. И если сейчас вспомнить, то есть я вспоминаю свое детство и понимаю, что я вообще, то есть как важно, чтобы родители были осознаны. То есть как, ну, потому что родители, когда имеют детей, они чувствуют, отыгрывают на них свои амбиции. Вот, потому что, представляете, это маленький человечек. Вы берете ответственность за маленького человечка. Если вы не самодостаточны, если вы несчастны, если вы не реализованы, бля, вы все это будете умещать на своем ребенке, сохраню. Вот все абсолютно. Вы будете ребенка обвинять, блядь, что вот он такой родился, блядь, и у вас нихуя ничего теперь не получается. Вы будете на ребенка списывать всякое дерьмо, которое у вас, да. Поэтому вы будете пользоваться властью, потому что вы имеете власть над ребенком, да, и вы будете этим пользоваться, если, опять же, вы неосознанный. Поэтому родитель это самая вообще такая ответственная роль в жизни человека. И раньше, да и в принципе даже к родительству подходит вообще, знаете, то есть как бы настолько, да ладно, все, блядь, давайте сделаем. Для меня как бы это вот ну, как собачку завести, люди к этому так относятся, да, не понимая, что они закладывают фундамент через детей, да, вообще будущее, в принципе, вообще всего человечества. То есть наши дети – это будущее всего человечества. И если к этому так относиться, как относятся, как относились, например, я тогда думаю, там, вот, Мария, если бы, типа, вы, если бы там не ваши
родители, да, там, если мама моя, тогда вы бы здесь не появились. Да, бля, ну и чё, ну я, окей, я бы появилась, возможно, где-то в другом месте у других, как бы, блядь, родителей, да. Вот, поэтому это вообще для меня не является каким-то, знаете, типа, я все равно считаю, что дети должны появляться осознанно. Не потому что, ой, извините, так вышло, я бла-бла-бла. Это должен быть какой-то осознанный шаг, что ли. Это очень серьезно. Ты должен понимать вообще, хочешь ли ты быть родителем, готов ли ты взять на это ответственность. Да, есть люди, которые не имеют детей, очень счастливо и замечательно. Вот, есть, как бы, я очень лояльна в этом вопросе. Вот, поэтому благодарю. Поэтому для меня вся тема с родителями, да, просто я дохера мне пришлось работать. Плюс у меня, блядь, это, конечно, есть. Да и смерти нет, ребят. Как вы можете говорить о смерти? Смерть вы видите только вокруг. Но для себя вы ее, скорее всего, не увидите. Вот начнем с этого. Куда, во что веришь, куда энергию направляешь. Куда внимание, туда энергия. Вот. И с родителями, вот мне пришлось, да, у меня еще сестра, есть родители, там, особенно мамы, например, которые, ну, вот не состоялись, да, вот объясню, например, у меня будет скоро прямой эфир, завтра, послезавтра в закрытой группе, вход будет 1500 рублей, и там я буду рассказывать как раз-таки о сексуальной зависимости, сексуальной энергии и денег, и успеха, то есть, я объясню, да, почему в семьях, например, мужики пили, пиздили, хочу, пиздили детей. Задайте себе этот вопрос. Просто вот просто прям хорошо подумайте. Что было, что явилось причиной этому вообще в семье, да? Что мужик, например, начинал бухать. Нереализованность его, правильно? Чаще всего мужики бухают, когда у них нет работы, блядь, когда они без дела. Да, это вообще, почему это происходит? Вот смотрите. Женщина своей сексуальной энергией дает силы мужчине, она его питает. Женщина через секс получает огромный стимул. Если мужчина сексуально удовлетворен, если у него дома сексуально раскрепощенная, прекрасная женщина, жена, которая выполняет все его прихоти, да, которая не просто выполняет, она кайфует от того, что она делает, да, вот, то есть у него дома такой гарем в лице одной женщины, которая может сегодня быть этой, завтра той, да, вот, которая любит, извините меня, делать вкусный минет, которая помимо того, что там по дому еще, да, что-то, то есть она любит трахаться, это, блядь, это для мужика очень важно. Когда мужчина сексуально удовлетворен, бля, мужчина не будет бухать, там, пить, то есть, как бы, и вообще, то есть у него все нормально будет с энергией, у него будет стимул, у него будет желание. Вот, и я читала. Поэтому для мужчины очень важна женская сексуальная энергия, женская сексуальность. Если вас дома ждет охуенная телочка, женщина, жена, да, вот, она вас всячески ублажает, бля, да вы для этого вы будете очень-очень хотеть сделать эту женщину счастливее, скажем так, да. Поэтому. Елена, подумайте, почему вы в таких условиях живете. Эти же условия создали вы. То есть все, что делаете, вообще все, в каких условиях вы живете, это заслуга только ваша. Ни государства, ни ваших родителей, никого бы то ни было. Есть люди из нищеты, из детских домов становились личностями, понимаете? А лень человеческая имеет множество оправданий. Я знаю инвалидов, я знаю людей, которые, да, которые пиздец сколько всего добились. Есть человек, который без ног, без рук, блядь, с ним интервью есть, да? И так он миллионер, он создал какой-то охеренный мотивационный там канал, вот. И охренеть, то есть я в шоке, это проблема мужчины. И поэтому, когда люди начинают жаловаться и говорить, блядь, так у меня, сука, все плохо. Это, знаете, это еще касается вот, сейчас объясню чего. Ну, это лень. Это реально лень. Вот. Такой вопрос. Я даже не поняла, какой. Вот. Все человеческая лень. Вот смотрите, есть люди, которые вырабатывают энергию. Вот.
вырабатывают энергию, наш мир так, а есть люди, которые потребляют ее, только потребляют. То есть они нихуя больше не делают, они потребляют и жалуются. Вот они жрут, срут и жалуются, жрут, срут и жалуются. Как, сука, все хуево, блядь, да у тебя сейчас есть миллиард тысяч возможностей, блядь, я не знаю, дома, сука, вязать, как-нибудь это все красиво, да, блядь, там, я не знаю, магазин свой открыть, да, вот, опять. Схуяли, Виктория, нет у вас сил. Я и опять объясняю. Люди без ног, люди без рук, люди без ног и без рук умудряются свою жизнь изменить. А вы, у меня нет сил. О-о-о-о. Это называется, знаете, сказать, как вам это называется? Виктория, это уныние. Это самый хуёвый грех. За уныние вообще надо плеткой бить. Вот если вас сейчас отстегали плеткой, моментально бы, блядь, все это прошло. И сразу бы жизненные силы, блядь, появились. Поэтому, когда жалуются, вот просто я часто встречаюсь, вот знаете, типа там, я не знаю, как там мужчины подавляют сексуальность, у мужчин такие проблемы вообще. Да, спорт, блядь, да вы дома нахер можете заниматься, резинки купили, стульчик есть, блядь. Дома хуячьте. Я занимаюсь с 18 лет. Ребята, я занимаюсь с 18 лет, больше 10 лет я занимаюсь, блядь, больше 10 лет в течение всей, сука, жизни. Я занималась, когда у меня ПМС, когда у меня, блядь, голова болит, когда у меня всякая хуйня. Я всегда занималась. Я ехала в снег и в пургу, блядь, и вообще в дожди, и пешком, блядь. И мне было посрать, понимаете, посрать. Я никогда себя не оправдывала. И понимаете, это, когда вот это вы говорите, вы себя оправдываете. Когда я начинаю лениться, я превращаюсь в унылое дерьмо, реально. И я себя в этот момент вообще ненавижу. Я думаю, Маш, ты такое унылое говнище стало просто. Ты столько всего можешь, и ты нихуя не делаешь. Схуя ли ты нихуя не делаешь? А потому что вот, блядь, ковырять в носу и нихуя не делать, это как бы проще, понимаете? Потому что что-то делать это сложно, реально сложно, потому что для этого надо булки напрягать, вообще надо так напрягаться, понимаете, чтобы дом построить, блядь, надо работать. Дом не построится, вы можете это понять? Дом не построится никак, без вашего участия. Да, и вот сейчас я понимаю, что мне надо как-то нести в массы все это, да, но я поняла, что у меня была группа, мою группу удалили, кстати, все, сука, блядь, мне что-то аккаунт закрыт был, его удалили. И я думаю, значит, его удалили не просто так, значит, для чего-то это сделано было, то есть Вселенная мне что-то хочет сказать. И в этой группе я проводила тоже каждые выходные эфиры, но темы были очень разные. Вот, 17 марта. И я решила, что я буду вести семинары. Я буду делать по-другому. Я буду вести семинары каждые выходные. И тема, направление будет одно. Это секс. Все. Потому что женщин нужно именно в этой теме раскрепощать. Женщин именно в этой теме нужно качать. Потому что все идет от секса. Все. Весь геморрой. Весь затор. Вся нереализация мужиков. Вообще все из-за секса. Абсолютно. Вот. Вот нужно это преподавать, это нужно нести, я думаю, что их как-то сексуально просвещать, освещать, не знаю. Вот, буду давать задания, буду давать литературу, будем обсуждать определенные темы, да, это будет каждые выходные, я буду проводить их, вот, да, без разницы, и так легко на самом деле. Вот, это будет прям вот, ну, как бы такая целая, я хочу сделать реально некую такую касту, реально каста. Каста-касты, вот как-то так, знаете, вот, это будет такая каста, такой шабаш некий, да, женщин, потому что там я хочу именно в основном женщин, нет, с женщинами как-то полегче работать, вот, конечно, в офисе я проработала, наверное, года 4, не мое. Вообще, организатора не хочу, ну, я имею в виду, что мне, я ни на кого не люблю работать. Я люблю работать только на себя. То есть, мне невозможно вообще на кого-то работать. Это я поэтому вылетала со всех работ, потому что я начинала очень жестко перечить начальству всегда. То есть, бля, я как бы никогда не соблюдала всяких правил, я себя плевала на правила. Я всегда все возможное нарушала. Вот, поэтому меня просто весь коллектив ненавидел из-за этого. И я никогда долго не задерживалась, потому что мне что-то не нравилось, я могла высказать это, а это не нравилось руководству. То есть мне как бы, ну, системе было очень сложно меня продавить, потому что я клала болт всегда на систему, да. То есть как бы я всегда реально жирный болт клала, и я всегда, бля, вообще думаю, да и ладно, и до свидания. Я никогда не держалась за места,
Вот, и... Как знакомо. Я не бунтарь, блин, у меня просто такой характер. Я не знаю, как бы... Можно, пишите в личку. Да, конечно. Конечно, блядь, так сексуальность — это энергия. Ребят, секс — это энергия, вы о чем? Как бы сексуальности, в принципе, можно жить. Секс — это одна из основных ваших энергий. На секс, ну, секс правит миром, вы о чем? Он просто правит миром. На сексе делается все. Все является стимулом, является секс. Секс. Благодаря сексу появляются деньги. Благодаря... То есть вся индустрия, все закручено на сексе. Поэтому о чем вы говорите? И просто эту энергию подавляют, да. Потому что если эту энергию не подавлять, то людьми невозможно управлять. Тогда как раз-таки обретается эта свобода. Вот. Сексуальность — это в какой-то степени свобода. Сексуально раскрепощенный человек — это свободный человек, да? А этим человеком очень сложно управлять, потому что этот человек — хозяин своего тела. До тех пор, пока вы не хозяин своего тела, Морковкин, до свидания со своей морковкой. Мне морковки, кстати, пока. Вот, и, конечно же, да, можно и через эту энергию, через секс, секс, без перерыва, секс, как это мира, секс, ла-ла-ла-ла-ла. Вот, и через эту энергию, если она в человеке, то есть если человек не контактирует со своим телом, если человек сексуально не раскрепощен, если он стесняется своего тела, стесняется своей морковки маленькой, маленького корнишончика там, блядь, неважно. Вот. Если вообще, в принципе, он не умеет кайфовать от своего тела, человек является заложником своего тела, а не хозяином своего тела. Им тело руководит, но не он им, да? То есть человек зажатый, скованный. Человек стесняется себя. То есть у человека вообще, он по жизни себя так, как бы реально, он реально по жизни себя будет чувствовать неуверенным во всем. Куда бы он ни пришел, в нем эта уверенность будет чувствовать сразу. Когда человек сексуально максимально раскрыт, да, это чаще всего всякие, кстати, какие-то крутые исполнители, да, давайте возьмем Меркурий какого-нибудь, да, возьмем Кравица Лени, которого я давала, да. Это люди максимально сексуально открытые, от них это чувствуется, они выходят, от них эта энергия херачит просто, херачит. В России таких людей 0001, да. Мужчины все зажатые, такие все, писечку пососи, не пососи, да, то есть они женщину, в принципе, не могут взять, как должен это делать мужик, да, потому что он не знает, как это, еще это... Зяколка, блядь, не выросла. Вот. И женщины тоже, блядь, без, ну, хуй знает, как бы тоже, да, непонятно, потому что нету, как бы нету культуры этой, да, не учили людей любить себя, не учили любить свое тело, не учили принимать свое тело, не учили женщин любить мужское тело, мужчин женское тело, да, поэтому мужчины как бы не особо любят пилоточку полезать, вот, потому что как бы их этому не учили. Я генератор 4.6. Вот. И уже, и, то есть, и поэтому вот такая херня происходит, вот, и поэтому у людей они по жизни потеряшки, потому что принадлежность к полу, ваше ощущение пола, ваше ощущение, что вы женщина. Женщина не потому, что у вас писька, и где-то по анатомии вам сказали в учебнике, вот это вагина, а это член, значит, это мальчик, это девочка, ни хера. А вы женщину чувствуете, да? Вы реально по своему пирожку кайфуете, вы любите мастурбировать, вы любите сосать, да? Мужчина кайфует по своему члену, кайфует, когда ему сосут. И он чувствует себя мужчиной, понимаете? Вот это, блядь, заебись. Вот тогда эти люди себя будут они будут уметь реализовываться в жизни. Потому что они будут ощущать себя в этой жизни, помимо того, что полом ощущать себя будут мужчины и женщины, да, они еще будут себя ощущать личностями. Когда у вас этого нет, вот поэтому люди и работают на дядь всю свою жизнь, просиживают жопы вообще в нелюбимых работах, да, абсолютно, они и бесят,
начальников себе. Они живут так, ну, опять же, с людьми, которые не особо такие и возбуждают, в принципе, по жизни. Ну, потому что, ну, надо. Все же женились, надо. Детей так, по такому, типа, принципу заводят. Ну, как бы, у всех уже есть моих коллег. Все же пилят, ну, надо. Ну, это как бы, ну, это пропукивание. Пропукивание, бездарное пропукивание собственной жизни, блядь. Вот так. То есть, это просто жизнь спустить в унитаз. Вот. Вообще, прям ее спустить и забыть. Вот реально так. Поэтому так живут 99% людей. Вот. Потому что признать самый первый шаг, это признать, блядь, что реально жизнь... откуда мы знаем, какая у нее вообще... блядь, откуда мы знаем, какая у нее энергия? Вы видите ее Инстаграм, ребят. В Инстаграме вам показывают только то, что хотят, чтобы вы видели. Никогда вам не покажут в Инстаграме то, что не хотят, чтобы вы видели. На Бузовой очень большие деньги зарабатывают, но, скорее всего, не она. Это первое, да? И второе, люди очень ведомые, и все, что им показывают, они... И вот так, как рыбки, знаете? Вот так вот, реально. Поэтому, когда мне говорят, о, Бузова, блядь, ты что, в ее кошелек, сука, заглядывала? Ты что, знаешь, что, блядь, трахается она с кем-то или нет? Охереть. Вы там смотрите это все и живете жизнью Бузовой, и уже, блядь, ее бабки обсуждаете, секс ее обсуждаете. Откуда, блядь, что знать вообще? Может, Бузова это вообще, блядь, инопланетянин, и на ней, блядь, сука, костюм, блядь, такой, ну, тядя. Поэтому я, блядь, вообще эти темы даже обсуждать не хочу. Да, с батрухой. О, бля, вообще. С батрухой точно, блядь. Совсем комеди-клабом, блядь. Поэтому для меня это вообще смешная тема. Что-то там, бля, люди вот такие наивные, сука, такие наивные. Вот Кашпировский был, да? И ничего с тех времен уже не изменилось. После Кашпировского еще столько всего повылазило. Такие всякие эти, блядь. И люди верят. То есть есть какая-то тоже тёлка, которая сейчас на тарабарщине какой-то говорит. Тоже там ченнелинг, хуенелинг этот весь, вот. Ты такой думаешь, вот в это верят? И люди, Марина, что-то очень много раз, у меня был пост, почитайте, поищите, очень много один тот же вопрос, блядь, задают мне. Вот. Она что-то там херачит на своей тропарщине, она типа с какой-то там галактикой контактирует. И я читаю, и там думаю, охереть, то есть люди не просто верят, люди бабки ей несут, что там что-то продают, какую-то там, я не знаю, никакого нету вообще никакого завержения, что какие-то вообще не читайте нахер новости, вообще выключите функцию новости, забыли новости, нахуя вы читаете новости, в вашей жизни что-то изменяется, вот вы узнаете новости, там где-то нахер извергается вулкан, умерла хуево туча людей, вот что ваш, у вас такой, такая пи-пи-пи-пи-пи, на ваш счет поступило 10 тысяч рублей. Вот это, блядь, происходит или что? Я просто новости вообще не знаю. Я даже не знаю, что происходит здесь. Потому что на мою жизнь эти новости не влияют. Мне интересны новости касаемо меня и моей семьи. Все. Вот. Вот эти вот есть, я сейчас говорю, сейчас очень поздно, очень популярно, опять стали Кашпировские, да, вот, которые стали качать бабло через продажу всяких типа там знаний, духовных каких-то практик, вообще левых, которые я уверен. И люди такие, и сейчас люди готовы вот во что угодно поверить, реально, во что угодно, лишь бы поверить. Поэтому будет сохранить, да, поэтому... Когда я все это смотрю, я думаю, бля, вот глупости людей, наивности людей никогда не будет предела. Я не знаю, ну надо с мужиком, я не знаю, может у него гормональный фон изменился, откуда я знаю, я же не знаю вашего мужика, что у него там. Я смотрела «Идущий к черту», да, но там круче есть, круче всех этих битв экстрасенса, вот. Так я и говорю, что если бы люди не смотрели новости, они бы вам полетели в Доминикан, понимаете? А так как новости манипулируют в свою именно, то есть новости это обычный инструмент манипуляции сознанием людей, все. И они манипулируют как хотят, ой, бля, давайте там вот это сейчас новость вкинем, да, бросим, выброс. И все, и люди, так как люди тупые, простите меня, но по-другому не назвать, ну я реально не понимаю, ну то есть, ну реально, ну блядь, ну сколько, вот век живи, век учись. Сколько
живем столько одни и те же грабли у людей, да? Всегда, вроде всегда было понятно, что, блядь, ну новости пиздеж. Ну уже, ну по крайней мере, несколько лет было мне понятно, да? Что все, все, что в телеке, это все пиздеж. Абсолютно. То есть и в интернете сейчас до хера пиздеж. Вот. Поэтому лично не убедился в этой, ну, в чем-то, да? Не знаю. Значит, как бы проверяй всегда какую-то новость, проверяй 10 раз через другие источники, да, через знакомых, которые там где-то живут. Вот. Потому что, ну, например, там парад, пожалуйста, парад в Европе, девочка мне написала, она недавно была на параде, типа, парад любви где-то в Европе, который проводится. Она говорит, бля, так было стыдно за русских, потому что, она говорит, в России этот парад преподносят так прям уёбски, ушлепански, чтобы прям блевать хотелось. А на самом деле, в реальности, он абсолютно другой, да? Там люди, говорят, вообще все по-другому. И все преподносят русским, так все про Америку, вам там говорят про Европу, вам говорят так про загнивающую, вам про все так говорят, понимаете? Я здесь, например, на Бали, здесь одни иностранцы, здесь одни австралы, европейцы сюда до хера приезжают, вот, и поэтому... В России столько пиздежа, господи, столько, да просто пиздеж на пиздеже, там уже даже не знают, уже, мне кажется, уже настолько заврались все, да, и в новостях, и поэтому, как, и когда мне говорят, такая, а вы знаете, а вот, бля, нет, вообще нет, и мне не интересно, мне не нужно это знать, мне абсолютно посрать вообще, что там происходит. Бывают какие-то вбросы, мне тоже что-то там говорят, вот там, ты слышала, ля-ля-ля, я там начинаю читать, вот, да, поэтому... Вообще, до свидания. Да, до свидания новости. Вот, не слушаю, не смотрю, неинтересно. Вот, сейчас интересно будет раскрутка своего проекта, который я говорю, своего семинара. А, вы такие интересные, круто, да. Да, мы очень, мы глубокие, правильно. Да, это шоу. Вот, и, да. Вот, и, да ничему нельзя верить, кроме как себе. Да и то даже себе иногда сложно верить. Вот, и сейчас очень хочу развивать конкретно свой проект. Рэки, не знаю, никак не пробовала. И вот то, что будет у меня сейчас, да, это будут семинары. Я думаю сделать... Бля, пиздец, да ладно, охренеть. Конечно, школа – это первое, с чего начинается зомбирование на государственном уровне, конечно же. И у меня вообще, бля, я не знаю, здесь, слава богу, здесь офигенные на Бали школы. Вот, здесь прям очень крутецкие. В России это просто, ну, как бы, конвейер по подготовке шестеренок. Это надо просто понимать. А как вы будете, а как будет государство существовать без вас? Объясните мне, как будут, как они все будут без вас существовать? Как вся эта верхушка, эта система будет без людей? Никак. Нет людей, нет системы. Она просто, ну как бы она самоликвидируется. Поэтому для того, чтобы поддерживать ее, вот это все, нужны вы. А для этого нужно вас в определенном направлении вести, подтачивать, затачивать, да. Вот. И поэтому как бы школа с этого института, да, 10 лет там, 5 лет там, хотя на все, я думаю, на все можно потратить лет 5, блядь, на школу, на институт. Вот. Но растягивает настолько, да, чтобы, блядь, пол вашей жизни просто прошло вообще в тартарары, да, и потом, чтобы еще и работу, блядь, нихуя не нашли. Или нашли на какую-то просто вот такую, сука, блядь, тысячную зарплату. Вот, поэтому, бля, вообще смешно. И мне реально смешно. Я понимаю, что я просто охереть, сколько потратила время на ненужное, никчемное, блядь, образование. Просто, реально, на... Я сейчас думаю, Маша, мне книги больше дали. То есть я просто благодарна, что я научилась читать, писать. Да, все, никакая нахрен история мне не понадобилась вообще. Ни бля, вообще ничего этого не понадобилось. Я не пробовала. Вот, и книжки, самообразование – это самое крутейшее. Я много читаю, да. А, математика еще обязательно нужна. Вот, я очень много читаю, я читаю просто прям, поглощаю книги, и для меня как бы это вау. То есть я офигеть, сколько прочитала книг, это лучшая школа, лучший институт, это все вместе. И поэтому образование – это вообще иллюзия, такой мыльный пузырь. Просто мыльный пузырь, еще за который люди бабки там, блядь, так хера отдают. Опа, ты думаешь, бля, вообще.
И мне когда, а у меня высшее, я думаю, блядь, и что тебе это высшее образование вообще дало? У большинства это, с этим высшим образованием вот можно просто реально потереться. Большинство людей с этим живут. Высшее образование действительно нужно в специальных, ну, серьезных профессиях. Врачебная деятельность, да, на мой взгляд, какие-то там физики-ядерщики, химики. Там, блядь, конечно, там надо, и там прям конкретно надо. Все остальное, блядь, вообще нет. Зачем? Просто. И сейчас люди не бедные, не знают, куда им примкнуться, что им делать. Но зато, сука, два высших образования. Что им делать, они не в курсе. Сейчас вся система меняется. Да, все меняется. И как бы все эти люди с высшими образованиями, они такие, они вот, они и есть системники. Они настолько не самостоятельны, потому что, ну, как бы их, как бы система, что делает? Система берет и берет вас и привязывает к себе. То есть она вас так ведет все время за ручку, и вы по жизни идете как бы за ручку, с этой, как вот с мамой, да? И вы не вырастаете. И вы настолько становитесь не самостоятельны, это можно вот, да, заметить, как люди приезжают отдыхать, например. Ну, грубо говоря, что вот эти люди, которые там такие правильные, живут в системе, они отдыхают по системе, понимаете? Они всего боятся, у них все отель, все включено, у них экскурсии, вот их надо привезти, отвезти, уложить спать, накормить. То есть за ними все время система следит. Она их как бы сюда привезла, там китайцы, это пример, блядь, их целыми тоннами возят этими автобусами. Если китаец останется где-то там, блядь, один, в плане, ну, например, уехал, блядь, автобус, а у нас, поверьте мне, у китайца взорвется мозг, потому что он реально не будет знать, что, сука, делать. Вот. И только русские самые смекалистые, и молодежь сейчас такая, потому что она свободная. Она, типа, вне системы пытается жить, да? И ей похуй, она там на Аляске, блядь, где-нибудь кто-нибудь русский окажется, он выживет там, понимаете? Потому что самостоятельный, он привык сам за себя отвечать. Это вот отличает людей, которые стараются работать вне системы. А люди, которые в системе, они не могут за себя отвечать, потому что за них и так все решили. За них уже все, сука, решено. Вот. И поэтому, конечно, такие люди, они, ну, оттуда выйти, ну, очень сложно, потому что это выйти, это взять ответственность за свою жизнь на себя. Да, например, мы с мужем всегда работали на себя, вот, ну, практически всегда, да. И это сложно, потому что неудача – это ты, твой провал. Ты не сможешь спихнуть на кого-то, на начальника, блядь, еще на кого-то, и тебе приходится сложнее. Вот. Прикольно. Прикольно, видите, как совпадает. Вот. И это сложно, это сложнее, это страшнее. Понимаете, когда ты отвечаешь сам за свою жизнь, это, блядь, это ты взрослый, сука, ты стал взрослым, блядь. Но мы не хотим взрослеть. Мы как из школы, блядь, сразу же на работу, да? То есть, как бы человеку не дают повзрослеть. И поэтому человек вечным ребенком у государства. Люди – это вечные дети государства. Все. И поэтому… И что вы жалуетесь на государство? Вы же дети, вы же не хотите сами взрослеть. Когда вы начнете сами взрослеть, тогда все, вы будете по-другому. Вы, для вас государство, это будет, да, ну, блядь, там, да, ну, я от него и не завишу, блядь, нихуя. Вот. А поэтому, когда вы, дети, начинаете валить все на государство, это все равно, что валить на своих родителей, у которых вы сидите на шее, вам уже 40 лет, блядь, а вы до сих пор живете с родителями и обвиняете родителей, блядь, что родители пилят вас. У вас бабки требуют, да, и вообще говорят, какой вы хуёвый, блядь, и всячески вас там пользуют. Ну, а тебе 40 лет, чувак, ты, может быть, блядь, ты как-то свалишь уже от родителей, да, может, ты сам уже что-то начнешь делать. Вот, поэтому, конечно, и вот это и есть, и так все люди живут, реально, ребят, ну все же так люди живут, о чем вы? Так, я же говорю, вот это и есть государство, все. Я не знаю, какое, что такое уважение. Уважение. Что такое уважение? Бля, все мои фотографы куда-то расхерачились. Они все... Одна девочка должна в конце месяца приехать, зашибись. 3-4 девочки просто у меня уехали. Там одна на 10 дней. Два фотографа мне написала, я еще с ними сконнекчусь. Вот, поэтому, да, мне нужно отснять охеренно букетское белье, вот, на охуительной вилле, вилла есть, короче, белье есть, фотографа нет, вот, поэтому надо думать,
Сегодня, кстати, я иду бить палец свой. У меня сегодня будет продолжение моей рептилии. Вот. Буду, короче, забивать рептилоидом свой палец. Вот этот. Вообще, вначале хотела вот этот забить, потому что прям вот так вот. Потом думаю, не, вот будет вот так круто. И вот здесь будет тоже чешуя. Вот. А завтра прямой эфир, а послезавтра тоже прямой эфир. Вот. Всякие БДСМовские штучки расскажу, игрушки расскажу. Уже, кстати, дофига там народу добавилось, что радует. И очень многие добавились с предыдущих семинаров такие. Я и на этих семинарах, и на следующих семинарах буду с вами. Вот, это очень круто. Ага. Ну, если фотограф, мне нравится работа фотографа, да. Если мне нравится работа фотографа, если нет, нет. То есть, как бы, все зависит от того, понравится мне ваша работа или нет. Я работаю только, и в основном, кстати, я работаю сейчас только с женщинами. С женщинами мне максимально комфортно. С мужчинами тоже. Вот есть один фотограф, очень круто снимает, и скоро должен прилететь. Меня из Нью-Йорка снимал. Да, есть. До завтра есть вариант, то есть завтра еще последний день оплаты, полдня получается, аж вечером будет прямой эфир. Вот. И Зинин, он уехал, он сейчас не здесь. Вот, вот, из Нью-Йорка, из Австралии. У меня чувак тоже должен скоро приехать. Вот, поэтому да дофига фотографов. Да, нужно мне заканчивать, потому что у меня садится батарейка, надо поставить на зарядку телефон, вот, и да, и надо ехать по делам, потому что мне еще надо сегодня тренить девочку, бить тату, брить виски, бля, короче, надо все успеть, вот, и, короче, надо двигаться. Все, всех благодарю, всех жду на завтрашнем семинаре, пишите в директ. Благодарю.